Добрый день. Меня зовут Никита Глухов, и уже более 3 лет я занимаюсь интернет-бизнесом. Мой магазин представлен на многих крупнейших маркетплейсах в Украине. Суть моего бизнес-проекта не связана напрямую с интернет-бизнесом. Бизнес-проект заключается в создании в Украине сети станций по часовой аренде пауэрбанков. Такая модель уже давно успешно работает на рынках Китая, Америки, в странах Европы и в других странах СНГ. Сам бизнес представляет собой сеть небольших блоков, куда размещены пауэрбанки, и которые люди смогут брать в аренду, используя гаджеты и платежные карты. Проблема, которую решает данный бизнес, обширна для населения. Много людей ежедневно сталкиваются с проблемой разряженных телефонов, планшетов, гаджетов и других электронных устройств. Основной плюс данного бизнеса заключается в его возможности быстрого масштабирования на территории Украины. Также сторонние инвесторы либо агенты смогут на определенных партнерских договоренностях приобретать станции, размещать их в различных локациях и получать определенную часть прибыли к себе на счет. Для запуска бизнес-проекта мне необходимо закупить начальную партию станции в Китае, разработать софт в Украине для смартфонов и разработать программное обеспечение для интеграции в эти станции для полноценной работы на территории Украины. Всем спасибо за внимание. Увидимся 26 числа в Киеве.